6,5-7 лет лишения свободы получили два жителя Вашкинского района за убийство приятеля. Об этом сообщает Следственный комитет. Преступление было совершено в апреле прошлого года. В ходе распития спиртных напитков 35-летний мужчина на почве неприязни начал избивать хозяина квартиры. К нему присоединился еще один товарищ. От полученных повреждений 34-летний мужчина скончался в больнице. 7 лет в колонии строгого режима проведет 31-летний волокжанин за покушение на убийство 22-летней подруги. По информации Следственного комитета, 8 марта прошлого года мужчина нанес девушке множественные удары, остановил избиение, только увидев полицейских, которые вызвали прохожие. Осужденный пытался скрыться, но был задержан. В Вологодской области будут судить врача-рентгенолога одной из районных больниц. Следственный комитет направил в суд уголовное дело. 31-летний мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Все произошло еще в феврале. По версии следствия, в хирургическое отделение больницы поступила женщина с болями в спине. Обвиняемый изучил историю болезни, выяснил, что у пациентки есть аллергия на лекарства, но все равно решил проводить рентген почек с использованием контрастного вещества, хотя женщина не нуждалась в экстренном проведении процедуры. Врач не провел специальную медикаментозную подготовку пациентки аллергика. Когда она закашлялась, дал указание продолжать вводить вещество. После вовсе покинул кабинет. Женщине стало хуже, обвиняемому об этом сообщили. Но он не ввел ей адреналин, единственное лекарство при анафилактическом шоке, а только вызвал врача-терапевта, при этом не предупредив его об аллергии. Пациентка скончалась от анафилактического шока. «Залезай как хочешь», горожанин оставил фото с места парковки. На снимке автомобиля один стоит близко к другому. Автор кадра сетует: в свой автомобиль теперь не попасть.